Владимировича Галузина хорошо знали ленинградские музыканты. Он был весьма заметной фигурой и в оркестре, и в жизни. Я хочу сказать, что его выдающееся исполнительское мастерство, его замечательный звук, воспитанный в ситуации существования заслуженного коллектива республики под управлением Евгения Александровича Моровинского, он запоминался как основа звучания всего оркестра, главный басовый, так сказать, тембр. Это красивый звук тубы Валентина Владимировича Галузина. Я хочу сказать, что однажды я с ним играл в ансамбле в Малом зале филармонии сочинение Галины Ивановны Свольской для флейты пикколо, трубы и фортепиано. Я хочу сказать, что в процессе работы, в процессе репетиции Валентин Владимирович замечательно разобрался и в смысле, и в сути произведения. Ну, я уже не говорю что о том, что ориентация в тексте у него была совершенно блестящая, и работать с ним доставляли мне большое удовольствие. Концерт прошел с заметным успехом, за что я благодарил моих партнеров, и в частности Валентина Владимировича Галузина. Не могу не сказать еще об одном впечатлении, которое у меня вот сохраняется, как будто это было вчера. Я помню об этом. Изумительный концерт был в доме, в Юсуповском дворце. В Юсуповском дворце квартет тромбонов заслуженного коллектива во главе с незабываемым Акимом Алексеевичем Козловым и вместе с Галузиным играли Чакону Баха из скрипичной партиты в переложении Виктора Федоровича Венгловского. Я должен сказать, что это на всю жизнь впечатление от трепетности звучания вот этого квартета тромбонов и тубы, сольные эпизоды и кульминация, которая некоторые склонны сравнивать звучание вот медного квинтета с органом. Я бы сказал, что это гораздо лучше, чем орган, потому что это пять человек с живыми губами, с живым дыханием, с живым ощущением музыки. Это я храню в своей памяти вот это выступление. И, конечно, роль Валентина Владимировича была весьма заметно. Тогда, когда первый тромбон играл, может, с трудом себе могу представить, в 70 лет, играл таким изумительно красивым звуком и красотой интонации, что это, конечно, достойное, выдающееся переложение Виктора Федоровича Венгловского. Я был свидетелем, так сказать, свидетелем, слушателем этого чудесного момента. Так что у меня сохранилось воспоминание о Валентине Владимировиче, самые теплые, музыкантские и человеческие.